день одно и то же. Посмотрим, как там эта балалайка поживает. Поставлю-ка я им музыку из дома 2. О, отлично. За это нужно пуэра выпить. Возьми. Как расслабиться-то хочется. Такс. Надо бы включить радио. Музончик какой-нибудь. Послушай, черт возьми. Так, где тут радиоволны у нас? Такс. А, вот. По нашему городу на один дом. С Днем защитника Отечества поздравляет Грипферон. Скидки. Завтра также преимущественно без осадков и по-прежнему облачно. Падает до минус 4 градусов. А вы говорите? По железной по дороге. Вы устанавливаете его на свой смартфон. Вера. Что любопытно? Обе хорошие. Только февраль. Самая низкая ставка по ипотеке. 7%. Евангелие. Так, это что еще за... Так, ой, утро уже. Так, ох, что там по телеку? Так, непонятки какие-то. Так,
Ну хорошо, что там по радио? Мы прерываем эфир экстренным сообщением. Сегодня в подмосковном городе Раменского произошла ужасная трагедия. По меньшей мере 157 человек стали жертвами неизвестного сигнала, который был запущен неизвестным лицом в радиосеть местной радиостанции. По предварительным данным следствия известно то, что неизвестный загрузил радиосигнал, который очень сильно влиял на центры головного мозга, в результате чего сосуды головного мозга начинали лопаться, происходило сильное кровоизлияние, что приводило к смерти. Однако местные жители считают, что причиной трагедии стали военные. В тот день на полигоне неподалеку, в аэропорту Жуковском, проводились испытания нового вида вооружения. По версии жителей, испытания могли выйти из-под контроля, в результате чего новый вид оружия, известный как звуковые волны, могли случайно оказаться в радиоэфире и привести к такому большому количеству жертв. В военном ведомстве отказываются комментировать произошедшее, ссылаясь на секретность информации. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина проводится расследование.